Выставка картин международного арт-проекта открылась в столице Чувашии. Увидеть творение ангелов мира можно в Центре современного искусства Чувашского государственного художественного музея. Великобритания, Македония, Сингапур, Россия. Более 65 ангелов-хранителей художников разных стран мира представлены на выставке. Арт-проект существует уже 4 года, и за это время в его экспозицию попали работы более 200 мастеров. Выставка разбита на 4 части, то есть часть выставляется у нас в Праге, часть вот приехала к вам, и часть выставляется в Минусинске и в Шушинском, в Красноярском крае. Нету больших площадок, чтобы все картины собрать, и в принципе нам так удобнее, когда мы по небольшому количеству картин привозим в город, показываем, потому что мы потом можем привезти новые работы. На выставке можно было не только полюбоваться творениями авторов, но и приложить свою руку к искусству. Прямо здесь любой желающий мог взять кисть и нарисовать перо на крыльях ангела. Кстати, здесь наравне с работами профессиональных художников выставлены и ангелы любителей. Знаете, я давно такого откровения в искусстве не видал, не наблюдал. И сегодня я просто счастлив видеть какие-то не просто творческие, какие-то вот эти самые откровения творческие, так сказать, профессиональные, что ли, вот в виде почерка, манеры, стиля, может быть, какого-то, к которому мы привыкли. Но здесь совершенно необъяснимое, что-то новое для понимание искусства вообще. Маленький ангел с чувашским букварем. В проекте есть и работа, имеющая отношение к нашей республике. Под присмотром ангела написал художник из города Сочи Александр Атришко. Стоит ребенок, да, с чувашским букварем, шарик, как олицетворяющий там солнышко, и вот в окружении как раз ангелы здесь, и шоколадка в руках, что у каждого ребенка должно быть знание, должна быть сладкая какая-то маленькая жизнь, и ангел-хранитель, которого окружают и охраняют. Выставка необычных картин, так ее называют сами организаторы. Кстати, здесь есть полотно, которое сильно отличается от остальных. Это музыкальная работа «Хранитель». Ее автор Евгения Терехина – музыкант. Она написала не только саму картину, но и музыку к ней. Юлия Важенина, Алена Алексеева, Валера Резюков, Республика.